Дорогие наши зрители, в эфире выпуск программы. День, люди, события. День 5 апреля. Иоганн Штраус, сын выдающийся австрийский композитор и дирижер. Его творческое наследие включает в себя около 500 оркестровых танцевальных пьес, большинство которых составляют вальсы. Он автор полик, галопов, оперет комической оперы «Рыцарь Пазман и балета «Залушка». Штраус сын вошел в историю музыки, прежде всего, как мастер классического венского вальса, но также он получил известность как создатель оперет. Одной из самых известных и блестящих его работ в этом жанре стала оперета «Летучая мышь». Известно, что в основу сюжета положен реальный случай, имевший место в Париже. Эпизод так вдохновил композитора, что ему потребовалось лишь шесть недель, чтобы написать партитуру. 5 апреля 1874 года в Вене оперета «Летучая мышь» Иоганна Штрауса сына впервые была исполнена в театре Андервин. Это удивительно, но «Летучая мышь» была холодно принята той самой изысканной венской публикой, которая боготворила Штрауса за вальсы. Оперета не выдержала и 20 представлений в первом сезоне после чего была снята с репертуара театра. Однако в Берлине это произведение Штраус имело огромный успех, еще более восторженно его приняли парижане. В Париже на расхват шли не только портреты композитора, но шляпы и перчатки а-ля Штраус и галстук и летучая мышь. Лишь после такого триумфа в Европе эта оперета, вновь поставленная в Вене, была достойно оценена зрителями. В дальнейшем вальсы Штраус писать не перестал, но также создал множество прекрасных оперет. Из 16 написанных композитором произведений данного жанра лучший, бесспорно, можно назвать именно «Летучую мышь». Через 20 лет после первого исполнения шедевр Штрауса поставил в Гамбурге австрийский композитор и дирижер Густав Малер, приблизив «Летучую мышь» к жанру комической оперы. Также к данной оперетте обращались и другие выдающиеся музыканты. Кроме Малера летучую мышь ставили Венгарднер, Ф.Венгартнер, Г.Кнапертсбуш. Трижды обращался к ней дирижер Г.Карен. Оперета «Летучая мышь» является классическим образцом жанра венской опереты. Это произведение по сей день неизменно присутствует в репертуаре многих оперных театров мира пользуясь любовью и популярностью в самой широкой аудитории, благодаря чарующей музыке великого маэстро Иоганна Штрауса Сына. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!